Сегодня у нас второй день в круизе. Были мы где мы были сегодня? В Марселе. Марсель, Франция. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, окей, хорошо. Марсель – отличный город. Видели основные достопримечательности. Что мы видели, расскажи. Значит, мы видели церковь, мы видели старый порт. Плюс мы поднялись на церковь, на возвышенности, как в Барселоне, гора Монжуик. Что мы делали сегодня на лайнере еще, помимо всего? Можешь мы сказать, были в джакузи. Да, тут, кстати, отличная джакузи. Ну, тут и сколько джакузи? Раз, два, три, четыре, шесть или пять? Около десяти. Плюс детские. Да. Ну да, окей, десять. 10 джакузи, бассейны, воды, ну, всякие серфинг, есть типа искусственный серфинг, кинотеатр, рестораны, променады, бары, казино. В общем, все-все-все, что пожелает. Душа. Я не знаю, чего тут нету. Чего тут нету. Даже есть каток. Завтра пойдем кататься на коньках. Пойдем? Конечно. Вчера мы танцевали бачату, сальсу, меренге и другие такие зажигательные. Здорово! Завтра мы будем в Ницце и также в Монте-Карло. Завтра будет день третий. Из нашего турне.